Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ваша Канелла. 80s не хотят меня пока что покидать, все же они решили немножечко о себе заявить и сказали, что давай, делай реакцию на нас. Ну а я что, я согласилась. Сегодня мы с вами смотрим клип 80s Wonderland. Но я смотрела выступление 80s на, не помню где, на Kingdom вроде бы. Я знаю эту песню. Окей, давайте смотреть. Ух ты! Это что? Какой кайфовый. Сначала классный. Вау. У них такая прикольная атмосфера в клипах. Ой, вот это было классно. Ой, ребят, знаете, мне вообще очень понравилась атмосфера у 80s, потому что я даже не знаю, как описать ее. Она такая величественная. Что-то вот из этого. Я так понимаю, песня по типу... Вот помните, там были такие лестницы? Это показывался путь, наверное. Идите за мной на моем пути. Там же постоянно в припеве On my way. Мотивирующая. Так, закаляет дух. Ребята кайфовые, мне очень нравится. У них очень интересный вокалист, потому что я слышу вокал, он такой, знаете, сильный, но при этом он какой-то незнакомый мне, то есть я не слышала. Нет, я слышала подобный, но почему-то здесь он воспринимается у меня по-другому. Чувак, который читает рэп, боже, пока. Огромный образ его, и он показывает всего себя. Это харизма. Я просто до этого с 80s вообще редко пересекалась. Слышала от Stray Kids про 80s. Я бы хотела, конечно, познакомиться с 80s. Я не против, потому что ребята интересные. Пока они вот с такой стороны показаны. Но есть же еще у них 90s. И я тоже хочу посмотреть его вместе с вами. Подписывайтесь на канал, чтобы, конечно же, не пропустить этот
знаменательный день, когда я с вами сделаю реакцию на это. Вместе с вами посмотрим. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я вас уведомляю о новых видео, с вами я общаюсь, разговариваю, мы с вами весело проводим время. Не забывайте ставить лайки. Внизу в описании есть все ссылочки на все соцсети, на Яндекс.Дзен, на Рутюб, на телеграм-канал. С вами была Ваша Канелла. Всем пока. Мяу.